большинство из нас при слове «катамаран» вспоминает аттракционы из парков, неспешные прогулки по воде на незамысловатых суднах, в которых нужно было крутить педали. Правда, специалисты называют такой вид транспорта скорее водными велосипедами, чем, собственно, катамаранами. Современные катамараны устроены довольно сложно и могут быть огромными для перевозки грузов или пассажирскими паромами. А еще эти плавательные средства пользуются популярностью у экстремалов. Спортивные модели развивают скорость до 250 км в час. Глядя на такие гонки на воде, просто дух захватывает. Вообще, секрет двухкорпусных судов был известен еще полинезийцам много веков назад. Их быстроходные морские лодки узнают многие. Чуть позже европейские судостроители решили перенять конструкцию полинезийских катамаранов. Теперь так называют два расположенных на расстоянии один от другого корпуса, связанных воедино платформой – соединительным мостом. Самое главное преимущество такой конструкции в исключительно хорошей поперечной остойчивости, то есть судно не опрокидывается. Ну и, конечно, всем по душе увеличенная в несколько раз по сравнению с однокорпусным судном площадь палубы. Кажется, что здесь можно разместить все, что угодно. Конечно, строительная стоимость таких судов намного выше, чем привычных нам типов кораблей. Это объясняется повышенным расходом материалов на постройку двух корпусов и соединительного моста, необходимостью дублирования в каждом корпусе энергетической установки, систем и устройств, а также значительным увеличением трудоемкости строительных работ. Чтобы как-то компенсировать расходы, инженерная мысль дошла даже до катамаранов на солнечных батареях. А что, экологично и очень экономно. Но сегодня мы поговорим о таких катамаранах, чьи покупатели не привыкли экономить на себе и своем комфорте. Латвийский бренд O-Yachts впервые представил свои суда на Moscow Boat Show. Позиционируют они себя как производители катамаранов класса люкс, которые строятся по индивидуальному заказу и отличаются элегантным дизайном, быстроходностью, устойчивостью, комфортом и безопасностью. Компания O-Yachts из Латвии. Наше производство происходит в Латвии, Юрмала. Компания создана 3 года назад. И впервые теперь в Москву, а так мы производим катамараны, уже идет 6-й. Самый первый производили 2 года тому назад. И он теперь находится в Франции как демо, чтобы посмотреть, как путешествие с катамараном. И теперь производим 3 катамарана в Энгуре, в Латвии. Верфь действительно строит только 3 лодки в год. Конечно, это не идет ни в какое сравнение с крупными игроками рынка, но латвийские производители утверждают, что только так они могут быть спокойны за качество. Думаем, в таком случае и вы будете спокойны, что не встретите похожее судно в порту. У нас 2 бренда. Это Windblaze и O-Yachts. Windblaze – это которые, я бы сказала, подешевле для компаний, которые, ну и, скажем, для клиентов, которые хочет немножко, может, спортивнее. Это будет 11 метров и 14 метров. Но с другой, который уже мы создаем бренд, это O-Yachts, который уже для, я бы сказала, для клиентов, которые хочет много лучше. Это катамаран, как это было, 20 метров. И я бы сказала, что это почувствовать, как это путешествие в океанах, в море, с комфортом. Да.
Разберемся в моделях. Катамаран 4 класса представляет собой невероятно быстроходное и легкоуправляемое судно длиной до 15 метров. На нем можно пройти 250 морских миль за день в абсолютном комфорте. Тонкий корпус гарантирует исключительную производительность при ходе против ветра. И самое главное, вы можете управлять им в одиночку. Впрочем, это не помешает пригласить на борт всю семью. Если мы, скажем так, до 14 метров, как это катамаран, который уже готов, тогда там 10-12 человек. Ну, комфортно было 10 человек. Ну, как скажем, для семьи можно сама семья его водить, не надо капитана, чтобы там было свободнее и для семьи могла отдыхать. Я сама была в прошлом летом месяц, и очень комфортно с партнером мы могли почувствовать океан и, так, и море. Если вы всегда хотели почувствовать себя настоящим моряком и отправиться в море не на короткую прогулку, а на длительное время, катамараны «О-Яхтс» как раз для вас. Они не заставляют отказываться от привычного комфорта, жертвовать багажом и ютиться в маленьких неудобных каютах. Только вдумайтесь, полезная площадь катамарана может доходить до 50 квадратных метров. Полноценная квартира получается. Автономность у такого судна соответствующая. Без порта мы в прошлом летом с этим катамараном мы были 3 дня, 3 ночи без остановок. И очень, я сказала, что совсем другое ощущение, когда ночью нет вообще ничего, около только море, но с комфортно. И почувствовалось, что это совсем по-другому, что это сейлинг. Потому что когда мы только днем выезжаем обратно, это не сейлинг, это только, ну, я бы сказала, отдых. А если сейлинг, тогда это совсем по-другому, что и ночью, и днем. И это зависит от длины этого путешествия. Нам получается 300 литров воды, и чтобы, ну, надо заполнить фьюэлы и можно и воду, и надо тогда остановиться. Но так можно 3-4 дня без остановки. Есть у «О-Яхтс» и 5-й класс катамаранов до 17 метров в длину. Эта модель сочетает в себе все необходимое для поездки, в том числе систему кондиционирования воздуха, зону отдыха для большого количества людей и место, чтобы можно было разместить экипировку для дайвинга и тому подобное. Управлять им также можно без шкипера. По морю и по океану можно. Это, я бы сказала, что это такой, ну, не серьезный, я сказала, я бы серьезно, тогда я все подумаю, что это вообще серьезный спортивный инструмент, да. А, я бы сказала, что хочет каждый. Это можно и по океану, можно по морю. Мы тоже там Гибралтар, Шаурум, Среднее море, так, но ну, что хочет клиент. Катамаран класса 7 – лучший выбор не только для частных энтузиастов судоходства, но и для предприятий, предлагающих развлекательные поездки для больших групп. Стандартная конструкция катамарана состоит из 6 кают, но по заказу ее можно видоизменить как угодно. Вообще, производители подчеркивают, самое главное – ваши вкусы и предпочтения, а они уж придумают, как их воплотить. Теперь даже если хочет с мотором, без этих сейлов, чтобы было, тогда тоже можно все делать, потому что завод это можно делать как по высшей сорт клиентов. Строительство квалитета это будет так и как у Windblis in O-Yacht, но отличается интерьер. Например, есть кожа или без кожи. Если, скажем, на этот био, тогда есть побольше с кожи, и другое тоже дизайн уже Clifford сделал дизайн, и он будет тоже немножко по-другому. Но с другой стороны, что хочет клиент, то и мы как продюсеры сделаем, потому что мы строим по дизайну клиентов. Что хочет клиент, то и мы будем строить. Главное, чтобы хотел клиент. Модель катамарана «Био» можно назвать флагманом латвийской верфи. Его концепция была разработана Лораном Бурньоном, а о дизайне позаботился Дэн Клиффорд. Оба всемирно известные морские архитекторы. В результате такой совместной работы было найдено идеальное решение для преодоления больших расстояний и длительного пребывания на борту. Этот катамаран можно построить в разных размерах – от 18 до 24 метров в длину.
Планировку, дизайн и набор оборудования можно подстраивать под любые желания заказчика. В общем, модель-трансформер в полном смысле этого слова. Если говорить, это катамараны для био, и тогда я бы сказала, что это можно с капитаном. Я бы сказала лучше с капитаном, чтобы для семьи было удобнее и с комфортным, с детьми и с друзьями. Да, и тогда уже побольше, до 20 человек на борту. Кокпит катамарана полностью защищен от солнца и дождя, а предусмотренные просторные жилые помещения под открытым небом или огромная гостиная под крышей кабины сделают поездку незабываемой для пассажиров. А теперь, когда мы уже все впечатлились инженерными разработками команды «О-Яхт», самое время узнать цены. Во-первых, это зависит от того, что хочет клиент в интерьер. Тогда будет это зависеть. Но когда, ну, по большому счету, тогда мы, если мы говорим этого катамарана 14 метров, то 400 евро, 1000 евро. А если мы говорим о био, это тогда до 2 миллиона евро. Потому что я могу сказать, что тогда от клиентов от 300 тысяч евро до 2 миллиона. Это luxury, как я сказала, потому что это кожа, и там все интерьер из дерева и так далее. Это все настоящее, нет ламиненты и так далее, чтобы было, ну, почувствовать как дома. Я бы сказала, что это второй дом для семьи. Как говорят производители, своими катамаранами они проповедуют истинный балтийский дух, когда качество подкрепляется идеальным балансом производительности и элегантности. И главное, каждый катамаран будет индивидуальным от и до, практически как костюм, сшитый по вам в лучшем ателье.